И всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, продолжаем проходить Тени, Тенебры, вернее, блин, я постоянно путаю. Короче, это не Тени, Тенебры, это Зов Тенебры. Если я буду оговариваться, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Короче, нам нужно будет поискать следы пропавшей девушки. Я, возможно, надеюсь, что это хоть как-то продвинет сюжет дальше. Знаете, я его просто руками загашу. Так. Нам куда-то сюда, да? Ну-ка. Вдруг здесь что-то будет интересненькое. Так, есть краситель. И, в принципе, это все, что нам нужно. Лохмотья пустынника. Что они делают на острове в лесу, где почти одни хвойные деревья, не ясно. О, какой-то нашел северный корень, смотрите-ка. Это что-то новенькое. По-моему, я его еще не находил. Чего? Неактивный... А, неактивный временной портал. Так, ладно. А сюда я ходил? Был я здесь, нет? Ладно, всем. Первым делом нам нужно осмотреть дом Литы, танцовщицы, чтобы понять, что с ней произошло. Возможно, что-то станет понятно. Она репетировала танец где-то вот здесь, да? Можем осмотреть их дом, а он заперт. Ее мамка нам его не откроет. Ладно. Так, куда могла отсюда пойти девушка? Давайте думать. Сюда она могла пойти? Ну, в теории могла. И здесь у нас стоит вот этот Деннис. Как нам пробраться в дом? Вот что меня интересует. Может быть, через окна? Окс. Кстати, а что это у нас здесь? А здесь нет. Во, жемчужина, нашел. Блин, это похоже на жемчужину из ожерелья Литы. Если она также оставляла остальные жемчужины, это может привести меня к ней. Искать жемчужины надо. Золототысячник. Ну, короче, к Деннису идем. Я уверен, что там жемчужины нашей дорогой Литы. А Лита могла пересечь реку и отправиться куда-то за деревню? Спрашивает наш герой. Давайте проверим. Да, слушайте-ка, она куда-то сюда свалила, походу. И кажется, я даже догадываюсь, куда мы придем. Сколько здесь цветов, смотрите, лаванда. А я вот этой хижины тут не видел. Шафран.
А много жемчужин возле старой разрушенной хижины. Может, Лита вошла внутрь? Надеюсь, она не настолько глупая. Как-то потемнело резко. А вот и танцовщица. Лита убитый зверски, судя по всему, кровь свежая, а тело еще теплое. Осмотреть труп девушки, который вон там дрыгается почему-то. Она еще жива, господи. Так. Короче, нужно осмотреть труп девушки. Кинжал. Преступник оставил оружие убийства. Кстати, может быть, не знаю, для канала пройти какого-нибудь там, не знаю, Шерлока Холмса или что-нибудь такое. Может быть, было бы интересно посмотреть вам и мне заодно поиграть. Так. 99 монет, разорванное письмо. Похоже, это кусок письма. Прочтите его, чтобы узнать содержимое или какая-либо подсказка, короче. Давайте смотреть. Письмо... письмо Дарфы. Нет, это не то. Ломик. А где письмо? А, вот. Разорвем все. By the ruins of Russians. Так, L. От какого-то мистера Элла. Убийца, должно быть, пытался вырвать письмо из ее рук. Сообщите мэру Карелю о своей находке. Вообще, я думаю, убийца должен меня уже здесь поджидать. Нет, он не настолько умный. Дениска пропал, заметили? Ну, точно он. Главное, чтобы он сейчас первый не наплел мэру в уши, что это я убийца. Мэр, я нашел Литу. Она мертва. О, боже, нет! Как? Did one of those damn wolves get her? It was an animal, all right. But it wasn't any wolf. She was murdered. What? By whom? Where did you find her? I found her body in an old hut across the river. She was stabbed to death. Rhea's hut? But that's a ruin. Nobody ever... Хижина Рея. The Turgians. The migrants? They must have been watching her. Or maybe they stumbled across her while they were looking for a new place to camp. That despicable trash. She was only a girl. There were no signs of a struggle outside the hut. It looked like she was meeting someone there. You think a girl like Lita, a Dorchadian, would have anything to do with a Turgian? Never. Okay, listen, we have to be careful here or they'll scatter. I'll gather some men together while you head north to their camp. Here, take some money, see if you can bribe one of them to admit who did it. Or just beat it out of one of them. Whatever it takes, get me some information I can use. Так, а как ты можешь быть уверен, не каждое зло приходит издалека? А, нет, давайте так, спокойно, я лишь говорю, что мы должны продолжить поиски улик, прежде чем уничтожить весь лагерь. Не будь дураком. Killer could escape while we dally about looking for clues. You don't know them like I do. They did it, all right? And they will pay. А что если мэр сам убил? О, я получил деньги. Беженцы из Тертии. Мэр убежден, что они убили. То есть Тертия — это город, наверное, какой-то. Все-таки я не страна. Нужно осмотреть их лагерь на севере.
Ну, допустим. А я хоть правильно бегу-то? Так, это особняк. Это бабушка. А лагерь тертианцев там, что ли? А, смотрите-ка, Денис теперь там находится. А давайте-ка мы к нему сгоняем. Да, давайте сейчас, как бы мне это сделать-то по-умному. Я должен проверить хижину ее семьи, где я видел, как она репетировала. Блин, а как я попаду? У меня же ключа нет, наверное. Ломонос. Ну, давайте пойдем на север и посмотрим, может быть, я найду все-таки лагерь. Только где он может быть, конечно, интересно. Корень валерианы. Так, мы что-то новенькое находим. Help. Over here, help. Бандиты, я уверен. Help us, please. What the hell is going on here? Thugs, bandits. I'm Matthias the merchant. Everyone knows me. They beat us, took our money, our merchandise, then they just left us here for the... All right, hold on. Thank you. I don't know what we would have done if you hadn't showed up. You won't be sorry. Our friends have money and they should be searching for us right now. Use that horn over there, and they'll come. All right. They'll hear. Так, потрубите горн, и сейчас придут враги. Освободить Матайса. Освобождаем Матайса. It's about damn time. Men, check those bushes. I saw that bitch toss our stuff over there. What did you just say? О, я уже видел этот знак. Yeah, the scar. Better the scar than the gallows, though, huh, friend? Well, this is awkward. So. So, I guess first give me your money, then everything else. Really? Even after I helped you? Come on now. We appreciate that. Tell you what, drop the weapon, give me your things, and I'll let you live. Yeah. That doesn't really work for me. Have it your way. Get him. Так, ты куда убегаешь от меня, а? А ну стой. We'll see about that. Tell me more about this woman who kicked your asses.
That's who you're after? No problem. I'll tell you everything about that crazy bitch. If you want to keep your life, you should stop calling her that. We were just minding our own business, and she attacked us. Cut the shit, or I'll cut you in ways that'll make you useless to a woman. What did she look like? She had black armor, a veil. I don't know. Don't cut me. Please don't cut me. I didn't lie about my friends, you stupid bastard. О, это уже серьезно. Over here. Kill him. Крыса-человек. Граната. Я, кстати, еще в том видео хотел сказать, что в этом мире есть гранаты. Блин, они его убили. Так, а, он живой вроде как. Он оклематься пытается. Обследовать тело твари и найдите что-нибудь полезное. Существо на холме похоже на одну из крыс, убивших Дарфу. Так, абордажные сабли, да? А хорошие они, нет? 60 уровень, кстати, а может быть стоит их использовать. Рекурсивный арбалет. О, воздержание, смотрите-ка, скалка, прикольно. Так, давайте кинжалы разберем, наверное. Блин, столько барахла. Так лень в этом во всем разбираться, если честно. А, так, игла дракона. Во, давайте иглы дракона. А, почему я их не могу разобрать? Потому что вот так надо сделать. Потом, возможно, я перейду на абордажные сабли. Gods, what are these freakish things? Try asking. You can talk? Probably more languages than you. You're welcome for the help, by the way. Well, are you all right? Yes, smart boy. There's just this wound the size of your head. Come on. Help me get to my hut and my herbs. Очень странно, что наш герой так удивляется, потому что, ну, например, он встречал тех же самых варнов, да, а там варны тоже умели вроде даже что-то говорить. Так, у него тут есть какой-то камень-живчик называется. Ага, портал у нас уже открыт. Надо посмотреть, может быть, у него есть другой камень. Не камень, а травка, которая мне нужна. Так, вот у него растет куча всякой гадючник. Блин, знал бы я, как выглядит вот это растение, как там он, на К, забыл. Короче, который нам нужно найти возле кладбища.
зеленые облака. Странно. Странный цветок. Ну, давайте поговорим, что ли, с этим крыса-человеком. You sure this will help you? It looks like paint. It smells like fungus. It is fungus. Epicortea. Brewed from mycospores. Its healing powers are like no other. It's almost empty, though. I'll brew more while we talk. I'll be fine, as long as I avoid getting exhausted again. I guess you know what you're doing. It certainly beats bleeding out. Hold on, I think it's starting to work. Угу. Средний эликсир здоровья. Так, у него тут можно много чего понабрать. But not by much. It should give me enough energy to brew some fresh epicor. Here, hand me that bowl with the spores. Вообще, он сказал споры Миго. Если кто знает, то Миго — это такая раса грибов у Лавкрафта. И мне кажется, это отсылочка. Заметки Ориаса. Наверное, это он и есть, Ориас, да? Противоядие. Я не могу взять споры. Почему я не могу взять споры? А, ну да, вот Ариас, вижу, подсветили нам, как его зовут. Я не... А, во. Надо было запрыгнуть. Нужны травы с кладбища. Alright, rat. Just what are you? If you can't mind your own safety, at least mind your pronouns. Alright. Who are you? Ah, better. My name is Orias. Come, let's speak in the garden. I'll need a moment's rest before I go search out more epicor. You can tell me what you did to those men to make them so disagreeable. Блин, что-то очень много болтовни, если честно. Ой, а тут расцвело. I appreciate the help back there. You just... You look a lot like someone else. I must resemble many people you know. Cute. What I mean is, I've been hunting creatures that look like you, only they're from the past. Or are we from my present? Gods be damned, this is confusing. You are conversing with a talking rat. Good point. I came here last night to meet with an old friend. When I arrived, I saw a group of rat creatures attack her. One of them looked like he was partly made of metal. He seemed to be their leader. I know the one you speak of. It's a wonder you survived. Few who meet him do. I am sorry they killed your friend. I'm not sure she's dead. There was some kind of magical barrier and some kind of portal. I know this sounds crazy, but I think what happened to Darfa hasn't happened yet. Not in this time, at least. What? What do you mean? I said it wouldn't make sense. No. Tell me everything. And I was just feet away from her when it happened. I saw her on the ground, and those things,
The stone pillars. They looked different. They looked active. Then he did it. He actually found it. And it's only days away from now. No more than a week. You mean, you understand all this? It's Adramelic. He found a way to open the time tunnels. He's activated the portals. The dormant ones. And who knows how many more. He must be ready to strike. What portals? Who are you talking about? And what does any of this have to do with Darfa? Arias. Pain. I must rest. What's wrong? I can't. Too much at once. Need my Hepicor. Arias, talk to me. Adramelli, he wants to... get me spores. Hepicor, in the cemetery. What cemetery? Where? Notes on the table. In the hut, read the notes. Rest. Бедный крыс. Так, ваша местная репутация увеличилась. Прочитайте заметки Ариаса. Окей. Так, что, где? Где его заметки можно почитать? И почему у него эльфийка в этом? Так, заметка 2.5. Заметка 4. Тут должно быть один. А, вот. Каменный ключ, заметка 3. Где-то должна быть заметка 1. А, я нашел ее. Странно. Да-да-да, читаем. Все, прочитали. А это что такое? Карта кладбища. От его домика направо. Идем-идем, потом... Ага, окей. Доберитесь до скрытых горных ворот и воспользуйтесь ключом Ариаса. Так, хорошо. Его дом. И от его дома направо. Такое ощущение, что попал в какую-то другую местность. И, видимо, вот сюда, да? Да. О, а тут лагерь бандитов каких-то. Стой, куда пошел? Ау. Блин, это было больно. Бесит, когда они убегают от добивающего удара. Ух ты, вовремя я уклонился, вернее, защитился. Все. О, можно было выпустить дикого мишку. Нифига себе. Легнул он меня. Ну ладно, не будем его трогать. О, тут еще кто-то. Так, что у них есть интересного? А, ничего у них, наверное, нет интересного. Я, наверное, сейчас... разберу пару сабель. Сколько мне их тут как раз?
У меня же мечи, по-моему, до максимального уровня развиты, да? Нет, могу еще, слушайте. Но это не имеет смысла, если у меня мечи хуже, чем вот эти штуки. 0.9.0.9. Но скорость у них удара побыстрее. Давайте прокачаем одну саблю и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, кстати, ачивку получил. Hammer Time. Отлично. Так, мне нужно ее прокачать как минимум до 4 камней. У меня пока только 2 влезает. Жалко. Кинжалы можно разобрать, они мне, наверное, не нужны. Железа не хватает. Давайте-ка мы... Да, мы получим железо как раз. Все равно не хватает. Нужно 8, а у меня сколько, я не знаю. Так, ладно. Может, арбалеты продать? Все равно не хватает. А сколько не хватает-то? А, 3 не хватает железа, ничего себе. Так, ладно. Вот как раз. Угу. Все, теперь могу 3 камушка одеть. Но все равно это пока маловато. Кожа, сталь. Кожа, сталь. Кожа, сталь. Мне нужно что-то, что мне даст железо. Ну ладно, пока хватит. Кстати, очко способности получили. Ну-ка, что у нас там по времени? 30 минут, да? Окей, нужно дойти все-таки до кладбища. Я надеюсь, что я там смогу найти то, что мне нужно. Эликсир. И еще один эликсир. А их мы потом... Короче, их лагерь мы потом зачистим. Пока не хочу. Так, а вот какой-то секретный проходец, да? Еще и мишка здесь. А тут у нас что? А там какие-то ассасины стоят, да? Я пытался вспомнить, как убивать тихо, но понял, что это тупая затея, поэтому сделаем все по старинке. Просто ворвемся, как бешеные. Так, а тут что-то мне больно стало. Во. Дорубал. Давайте посмотрим, что здесь за кладбище такое.
использовать каменный ключ. Вот мы его использовали. Уберите мусор, препятствующий чего-то там, проходу, а затем... А куда я это все должен убрать? Вопрос. Я это должен из пещеры, что ли, выкинуть? Не знаю, вот так, что ли? Что-то мне кажется, что этот парень неплох в фехтовании. Одет он явно лучше, чем те абрыганы. Ух ты! А, ну ладно, вас немного. И вы не сильно страшные. Главное лучника убить. А лучника здесь нет. И... вот так вот это делается. Так, убиваем лучника. Первым делом. Хорошо, что у них магов нету. Магии было бы вообще прям печально. О, всех уложил. Какой я молодец. Какой-то торгаш, да? О, можно щиты вот эти разбирать. Они никому не нужны. Так, а что у нас здесь? Блин, все это взламывать опять. Порехнешься. Причем я выбрал самый фиговый сундук. Мне кажется, там просто лажа какая-нибудь. Ну да. Так, а я вот что-то не совсем понял. А зачем нам, в принципе, сюда надо было? Нам же нужно было найти какой-то волшебный цветочек. Да елки-палки. Ах ты, зараза. Впервые я сломал отмычку на вот таком, казалось бы, простом замке. Погиб гномий доблести звучит неплохо, надо брать. Оп, и... оп, отлично. Так, ну и всякая туфта. Блин, ну у этого чувака прикольный меч. А, ужас духов. Неплохо называется, по крайней мере. Может быть, здесь я найду копытень? Ой, я вспомнил его название, кстати. А, так. Ух ты, белый волк. По-моему, я такого тут еще не встречал.
Так, обходим разбойников стороной, с ними драться вообще как не вариант. На вершине этой горы должен находиться каменный мост. Нужно пробраться наверх по извилистой скалистой тропе и добраться до вершины. Что за цветок? Не то, что нам надо. Это вот сюда, что ли? Идите к стене в руинах, бла-бла-бла, где растут грибы Ариаса. Соберите их и возвращайтесь в его хижину. Тут повсюду лежат дохлые олени. Это как-то странно, вам не кажется? Так, давайте-ка мы перед тем, как с ними бороться, выпьем зельюшко какое-нибудь. Так, это должно быть те каменные гиганты, о которых упоминал Ариас. Он не говорил о них. А, в книжках есть только. Короче, нам советуют держаться от них подальше. Пусть они типа сами друг друга победят. Мне одному кажется, что эта миссия немножко напоминает путь к Ротгару в Скайриме. Нет? Делайте ставки, господа. Парень в белых трусах или парень в черных трусах? А, не. Обоим капут. Так, они все сломали, да, эти монстры? А с них можно взять какой-нибудь лут интересный? Не вижу их трупиков, к сожалению. Ну и ладно. А, черт, черт, не падай, не падай! Блин, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне капец. Нет, не капец. Так, портал. Но это... Тут два портала. А зачем? А... В смысле, почему я умер? А почему я умер? Блин, меня убила лестница. Я падал с такой огромной высоты, но убила меня лестница почему-то, да? Блин, это опять все туда пилить, ядрить, колотить. Надо сделать автосохранение почаще, наверное, не раз в 10 минут. Не помню, что было в этом рюкзаке. Что я говорю, в этом ящике. Ничего интересного. Тут тоже ничего интересного. Давайте сразу быстренько вперед пробежимся. Порталов тут, скорее всего, нет. Thank you.
Возможно, я потом просто без записи сам пройду здесь, поубиваю всех. Сейчас будет забавно, если во второй раз они меня заметят и убьют. Нет. Они решили оставить меня в покое. Ну и ладно. Да, пропускаем мы это видео. Мы уже все смотрели. Вот тут надо аккуратнее. Где-то тут упал. Смертельно. Вот это место, да? Как он здесь умудрился умереть, я понять не могу. Яблоко? Это какая-то отсылка или что? В человеческом трупе лежит свинина. Хм, нормально. Так, опаньки, опаньки. Ядрить! А там еще второй. Беги! Их тут трое. А вот и кладбище. О, они за мной не пошли. Слава тебе. Акатош. Нет, Троглин. Да, мы же поклоняемся Троглину. Классный мужик. А нет, они за мной идут. Что делать? Может, они с волками будут драться, нет? Да отвали от меня. Ладно, может, я одного-то заборю. Нет, одного я, наверное, не заборю. Давайте-ка мы выпьем зелье. Какой-нибудь... Так. 7, 8 и 9. Беги, беги, беги. Черт, второй бежит. Собака. Так. О, одного убил. Отлично. Все, он закончил свою суператаку. Беги. Пошел вон. Есть. Убил. Да, троих было бы очень сложно победить на самом деле. Они такие не маленькие ребята. О, ты тут стоишь. Ау! Он, похоже, споткнулся и умер. Так. Теперь мне нужно найти вход на кладбище. Судя по подгрузкам, я его нашел. Ух, тут он горгулья. Горгулья — это нехорошо. Ну, давайте зайдем по-нормальному. Лимонная поганка.
какой-то сундучок, но мы пока его трогать не будем. Мне нужно найти... травы. Так, мы зайти сюда не можем, кстати. Такое ощущение, что я куда-то не сюда пришел. Ну-ка. Куда нас зовет дорога дальняя? Куда-то обратно. Ух, сколько тут всякого, всяких цветочков. Они так много пишут всякой фигни. Ух ты. Какое интересное место, смотрите. Немножко напоминает проглоти. Коричневая поганка. Уже второе кладбище, я не могу найти этот Конотополь или как он там. Ну серьезно, блин, что за квесты тут такие странные. Я еще ни один квест не смог выполнить, ну толком, кроме там убийства пчел. А, блин. Сейчас горгулья живут, да? Ну, конечно же. I'm Batman. Убей каменную гаргулью. Это как нифиг делать. О, а вот и мертвяки вылезли. Давайте все сразу уже по власти, чтобы мне попроще было. Блин, так не хочется менять оружие. Вы бы знали. Почему здесь нет какого-нибудь быстрого доступа? О. Где? Так, сколько их тут осталось? А, тут еще горгульи живые, зараза.
Вернее, сейчас оживут, скорее всего. Да? Нет? Нет. Не мешайтесь. Так, ну все, всех убил. А, тут, блин, большое кладбище. Так-то. Короче, я, блин, не знаю, я вот сейчас сижу, думаю, а где мне вот искать все вот эти вот ингредиенты, яйцо, вот, кольцо, не, ладно, шучу, не кольцо, вот эти травы всякие, я не понимаю, я должен по сюжету идти, или я просто где-то накосячил, не увидел, или может быть это косяк игры, вот, по-моему, кто-то писал, что они, вот эти DLC там, баганутые немножко. Пойти в гробницу. И получу я там люлей, да, скорее всего. Давайте войдем. Надеюсь, она не закроется. А, должен быть способ слить воду. Откуда я должен знать? Вон, есть ведро. Я могу ведром слить воду. Мычка, ожившие скелеты. Ух ты, у вас тут что-то много. Блин, все, они мне надоели. Я... использую особое оружие. Где там этот меч? Так, все есть, да? Контакт. Ощущается движение за стенами, это как? Это должно быть семена Миго. И что? Так, а у этой твари резист к булавам. Это они прям специально меня вынуждают постоянно менять оружие. Вообще не берегут меня. Разработчики. Кажется, источник грохота приближается. Тут Василиск катается между стен. Будет, кстати, забавно. Отсылка к Гарри Поттеру. Да куда ты пошел? А, стой. Там помер. О, двоих одним ударом. Люблю такое. Не знаю, блин, так не хочется вот это тут даже ничего проверять, вот это лазить. Че, я приближаюсь к этой ползущей штуке за стенами?
Ой, их тут прям что-то тьма. Я посмотрел на маркеры на мини-карте и понял, что их тут очень много этих скелетов. И главное, не вижу смысла в них особо. Так, мне в эту дверку надо? Нет? Ага, я пошел каким-то не тем путем. Ладно. Мне вообще надо куда-то сюда. Судя по всему. Так, что у нас там по времени? Блин, уже час. Так, надо заканчивать. Сейчас дойдем до, видимо, того монстра. Или что тут ходит. А ну стой. Блин, нашла эта крыса, конечно, где свои грибы выращивает. Воу-воу-воу-воу, семерка, семерка. Давайте посмотрим, куда мне бежать отсюда. Можно сейчас пройти вперед и здесь повернуть. О! Гибрид змеи и летучей мыши. Мы таких уже видели в новом Ашосе. Одна мадам, вспомню, продавала их как зонтики. Гений маркетинга. А, еще это приперлась штука. О, мне надо выпить срочно. Оу. А! Беги, беги, беги. Так, набухались. О, они пройти не могут вообще, отлично. Чуть не убили, а? Вы смотрите. Надо сохраниться. Надо сохраниться. А то убьют. Ух ты. Так, не. Туда нам не надо. Так, они меня почти убили. Надо что-то делать. Давайте силу вкачаем как можно больше всего. И выпьем зелица. Ух ты, это какой-то большой скелет, смотрите. Гигант. Скелет Петра Первого, похоже. Ну все, мы
Так, должно быть, это и есть заброшенная лаборатория. Черт, ни одного гриба не видно. Они должны распространяться по внешнему коридору в поисках воды и питательных веществ. Эликсир защиты от всего. Тут, похоже, все, что можно было. Три коридора на выбор. Налево, направо. Чего там? Был написано, что прислушавшись, было слышно стоны грибов. Что-то такое. Опа, оглушил, отлично. Блин, не вижу смысла с ними бодаться со всеми. Только самых основных сейчас вырубим. О. Валда злости. Блин, а где проход-то? О, умри. Отлично. Вот это грибы? Нет, это не грибы. Грибы. Так. Ага, разбитые плиты должны быть безопасны. Мне следует не наступать на целые. И все. Куда мне идти-то? Вниз или наверх? Тут внизу, по-моему, прохода нету. Или есть? Похоже, нет. Все, не хочу здесь даже оставаться. Пошлите дальше. Пробежимся. Там мы еще нашли какую-то записку главного гада, но читать ее, наверное, не имеет смысла, потому что я все равно там английского не знаю особо. Разработчик решил знатно поиздеваться над игроком. Ну давай, кто тут сейчас такой вылезет огромный? Нет? Всего лишь камни. Всего лишь камни. А, коридор рухнул, дороги назад нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, там все равно одни скелеты остались по пути. Сзади. Грибной стон наиболее громкий в зале.
Ай, ух ты! Коварная лестница. Видали, сколько она у меня отняла здоровья? Кстати, а я слышу грибы. Вон они. Реально, как какой-то стон или что-то похожее. Собрать ли споры? Ай! Это все взрывается. Тук-тук. Тоже к нам там стучится. Тираннозавр. Блин, а что не показали? Ух ты! Это еще что за существа? Ядрить! Они меня чем-то отравляют, твари. Смотрите, что делается, а? Так, вот здесь вроде безопасно. Существо в доспехах. Существо мне сейчас наваляет, похоже. Так, срочно. Лечиться срочно. Давай, давай. Трындец вообще. Да пусть взрывается. Я перескочу. Такое ощущение, что это финальная локация, потому что тут, ну, очень много врагов. И просто... просто капец какой-то. Сейчас, наверное, добегу до того уровня и, не знаю, сохранюсь, но я что-то уже не могу. Будем убивать их всех в следующей серии, наверное. Да-да-да, пропускаем. Главное по лестницам сильно не бегать. И избавиться, наверное, все-таки здесь нужно от скелетов, иначе они мне сейчас там житья не дадут. И, возможно, стоит сразу избавиться будет от этих. Куда он делся? Похоже, умер. Избавиться от этих спор, которые меня дамажат. Блин. Да, вот он, тот скелет. Так, ну вот эти споры-то токсичные мигоны, нужно их уничтожать. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то я активно их начал уничтожать. Здоровье у меня там уже.
Гулькин нос. А противоядие есть ли у меня? Давайте посмотрим. Противоядие какое-нибудь хотя бы. Так, это здесь, да? Так, давайте, это у нас... Вот, противоядие от всех ядов избавляет, отлично. Давайте... Во, я придумал, сейчас пробежимся по всем вот этим ядам. Пусть они меня тут побьют немножко. Вот, и я вылечу их противоядием. Так. Все. Так, надо токсичную эту хрень уничтожить, пока она... О! Зараза. Все-таки меня немножко токсином она ударила. Так, ну ладно, товарищи, я на этом тогда с вами попрощаюсь. В следующей серии мы тогда очистим вот это подземелье от всех спор ядовитых и попробуем победить тех тварей. Я думаю, драться с ними на лестнице — это будет более правильный ход. Все, всем пока, спасибо за внимание, держите за меня кулачки, вот, увидимся в следующей серии, аривидерчи.